Здравствуйте, девчонки и мальчишки, с вами Следжер! Как вы поняли, это новогоднее видео. И как-никак, я выпущу в Новый год ролик. А не то, 2 месяца назад... Да. Не бейте, пожалуйста. Итак, господа, этот год... Сейчас, одну секунду. Мне точно, блядь, нужно говорить, какой это был год? Серьезно? Как будто, блядь, никто не заметил, насколько было много пиздеца. Итак, ребята, вы просто не представляете, сколько всего было. Чего произошло? Чего происходит? Чего, блядь, не закончилось до сих пор? Я сейчас вот думаю, что произошло хорошего за этот весь год, вообще у всего человечества. У меня-то и произошло. Но за все человечество, хрен его знает, честно. Так сказать, не все почувствуют запах мандаринок. Я пока чувствую, но хрен его знает, насколько это долго. Как понимаете, я год почти продержался. Итак, теперь к хорошим новостям. На моем канале собралось 16 тысяч. А это уже подвиг, господа. По сравнению с прошлым годом, когда нас было... Сколько нас, блять, было, я забыл даже. Сейчас посмотрим. Так. Здравствуй! Завали ебало, ты меня бесишь. Где видосик новогодний? Кто знает? Я не знаю, блядь. Помогите, я инвалид. Третий... А, о! Надеюсь, в новом году будет лучше. Ну тогда кто-то пизданул очень сильно. Итак, сколько нас тогда было? Так. Ага! То есть за целый год я собрал 10 тысяч? Это подвиг! Это респект просто! Давайте так держать до 100 тысяч нахрен! Только вздумайте темп сбросить, я вас всех найду! Всех 10 тысяч! Я слежу за вами! Пиздёшь, конечно. Ну слежу за вами! Итак, господа, как вы поняли, это первая хорошая новость на моем канале. Вторая! Здравствуй! Завали ебало. Так. Вторая. Самые популярные видосики. У меня первый видосик 100к набрал, поздравьте, серьезно! Я над этим говном вообще даже не старался! То есть по сравнению с другими роликами, где я жопу рвал... Ну на самом деле мне тут повсюду Артем жопу рвал, но не суть! Где я жопу рвал насчет монтажа? То 22 тысячи, 24 тысячи, Сазибибу, скраб-механик топ-1, да, блядь. А то есть я с предыдущей ролики хуй там плавал, даже по мангасу 12 тысяч. Сука, я же глотку себе порвал, когда я его делал. Но не суть! Первый видос! 100 тысяч, за которыми YouTube дал всего лишь 1000 рублей, сука. Твари, ненавижу вас. Ладно, ребята, после всего, что я сказал, рассказал, объяснил, изъяснил, обосрал все, что можно было, хочу я вам пожелать, чтобы в следующем году у вас было все хорошо, чтобы вы нахрен забыли предыдущий год, зашили дырку и шли дальше, чтобы ваш следующий год не был таким, как этот, никогда нахрен. Просто никогда. Вы просто забудьте его нахрен, как я. А на этом все, дамы и господа. С вами был Следжер. Ставьте лайки побольше. Как-никак, блядь, Новый год. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Итак, господа, чтобы вы понимали, в какие сжатые сроки я делал этот ролик. Сейчас 19:19, а я сделал только начало.